Всем привет, друзья! С вами Наташа, рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня у нас предпраздничный день, сегодня и Благовещение заодно. Я собираю корзинку, муж сейчас поедет ее светить. Вот хочу показать, что у меня входит в корзинку. Я думаю, каждому будет интересно. Может, кто напишет, что они собирают. Сейчас покажу. Так, вот моя пасхальная корзиночка. Положила я парцимханную колбаску, сыровяленую, сортисон, паштетик, хлеб обязательно надо класть, сольку, чтобы хлеб и соль в доме водились, яйца, так как Пасха, пасочка. Детки сделали вот такую курочку, цыпленка. И яблочко. Яблочко кладется, если в семье есть девушки, чтобы критические дни не попадали на святые праздники, чтобы они могли ходить в церковь. Вот такая у меня корзинка. Сейчас муж поедет светить. У нас приезжает батюшка к магазину, и там люди собираются и святят Пасхи. Какие Пасхи собираете вы, какие корзинки? Что вы туда кладете? Интересно. Пишите в комментариях. Ну все, муж приехал, посвятил уже Пасху. Мы в это время приготовили с детками, покрасили яйца. Я упаковала свои пасочки вот так. Взяла пакет для запекания и нарезала квадратиков и завязала, чтобы они не высыхали. Это будет для моих племянников передачка. Все, яички покрасили. И вот посветили наши пасочки. Детки своих птичек втолкнули. Все. С праздником наступающим. Христос воскрес, воистину воскрес.